Так, друзья, прибыли на Сельмаш 3 и увидели массовую парковку на тротуаре. Вот он, автомобили. И вот они двигаются, автомобили. Уборка должна стоять. Ну, может, еще не вечер, может, когда-нибудь берут. Ну, внимательно. Что, понял, да? Ну, да. Так, Алексей пошел разгонять. На это стоит, что-то ждет. Да, что-то непонятно. А это что ждет, инспекторов, что ли? Так, один уезжает. Чуть ли ДТП не случилось. Куда ты едешь? Туда, туда. Туда езжай, туда. Туда езжай. Ребята, если я сейчас выйду. Ну вы выйдете. Выезжаете туда только. Если туда съедете. А там почему? А почему тротуару нельзя? Воскресенье. Не, вы вот так съедете и все. Вот так съедете и все. Вы уедете без штрафа. А почему тогда они сделали так? Это для уборки. А? Чтоб сюда заезжали, для уборки. А там и елки ставили, заезжали. Сейчас эвакуатор приедет. А почему знаков они не поставили? Не знаю. Мы просто уже 3 года здесь занимаемся, мне просто интересно. Можно у вас знать? Так много машин. А можно у вас знать? Да не надо мне следить. Ну вы уже гаишник. Нет, я не знаю. Просто уже 2 года здесь занимаемся. Так, девушка уехала. Написано. Есть наоборот, знак вы увидите. Тогда он может ставить такой знак. На синем квадрате. А если не видно его, значит и другого тротуара нет для людей. Значит тротуар знает. Ну, тем более в зданиях порожки. Смотрите, тротуар тут примыкает. Порожки. Еще один съезжает. Я понял вас. Я попросил туда. Все, отлично. Все слушают, все адекватные водители. Понимают. Вот приятно видеть. Ну что, тут мало машин, да? Осталось. Ну, да. 2, 3, 4. Там 4. Ой, и серьезно. Скажем. Ну сейчас туда поедем. Да. Сейчас посмотрим еще здесь. Стоим. Я девушку попросил туда съехать. А. Она хотела по всему. А по всему не надо, да? Без ремня. Да, номер красивый, да? Да, номер красивый. А сначала не хотела. Потом Андрей подошел и как-то уговорил. Понятно, что здесь ребята проходили просто мимо Сельмаш, смотрели новое место на Сельмаш 94. Там вообще беспредел полный. Ну вот решили просто здесь как бы мимо проходили и решили остановиться замечательно. Чтобы мимо не проходить. Ну да, люди ходят. Ну, вот, как бы, не рейд, наверное, не будем мы здесь рейд проводить. Но постоим еще минут 5-10 и пойдем. Потому что
Во-первых, здесь не так много автомобилей сегодня. Вот было машин 12-13. Ну, водителей здесь нету. На ДК Сельмаш 3. Ну, то есть я замечаю, что меньше стало. Девушка съехала, да, поняла. А почему меньше стало? Почему? Потому что не стало. Водители адекватные. Вот таким образом постоим минут 5-10 и пойдем дальше. Рейд не планируем провести здесь. И не планировали. Пока стоим, еще один уезжает. Ну и что, остается 7 автомобилей. А там выезда нет, правильно он стал. Правильно, правильно, не пускай его. Нечего с тротуаров съезжать и заезжать на них. Вот таким образом. Все-таки пропустил. А? Пропустил. Так, пока отвлеклись, еще один заехал автомобиль на тротуар. Может, пусть сейчас эвакуатор подъедет. Раз. Тротуар, съедьте, пожалуйста. На проезжую часть. Что вы говорите? Заблудились, 82-й регион. Немножко, да. 82-й регион. Да, крымский. Ну, да. Крым наш. Непонятные вопросы девчонки задавали. Я не расскажу. Краснодар. Какие? Ну, тем не менее, свежо. Вот, Андреев, твои тут нарушают. Крымчане, да? А? Не, Андреева тут, краснодарская Нива. А, вот это что? Да, с Краснодара приехал. Да, это Нива, да. Ну вот, Андрей, смотри, какие у тебя тут. Рыбак, кстати. Рыбак, да? Ну да, он, видишь, рыбак. Прям к нам приехал из Краснодара. Так, ну что задумали, девчонки? А? Пора съезжать. Задний ход пора давать. Там уж пусть эвакуирует. А мы снимаем, потому что Конституция позволяет. Не слышу вас. Вы отвернулись, не слышу. Мне мама разрешила снимать. Ему мама, да. Мне президент. Лично. Все? Да, отъезжайте, пожалуйста. Если можно, только вот там. Не забывайте для безопасности вашей. Все. Вот девчонки отъезжают. Адекватные. Ну, все адекватные. Пока все посмотрим. Как они будут отъезжать? Ошиблись, сразу съезжают. Все, вопросов не задают. Бу-бу. Да. Туда, туда, туда. Я сейчас пусть она сюда чуть-чуть. Пусть сюда развернется, ладно. Так получилось. У вас сзади, то у вас чуть-чуть проехали туда задним ходом, но сзади поехали. Нет, там не надо, это через весь тротуар возлагается. Так не надо, так нельзя. Телефон оставили, молодцы. Кто хочет, да? Можно позвонить. О, видите, все хорошо получается. И без всяких лишних проблем. Только надо научиться. Там полусфера, чтобы она сейчас не сбила. Там полусфера? Ну да. Да, не полусфера. Тут надо глаз да глаз за ними. А, все, уезжай. Глаз да глаз.
Так, вот он еще хотел заехать, водителя понял. Он уезжает. Все, умчали. Ну посмотрим, там не заедут, нет? Надеюсь. Да я думаю, нет. Там движение вот прямо. Есть! Салют, нашу честь! Спасибо, говорит, ребята, вам за чистые тротуары и за убранный хлам с дорог. А может быть еще не день рождения. Город салют решил устроить, видели как? Вот так. В честь маленький нашего рейда. Маленький, но вот такой вот. А вот елочка светится дальше. Вот она, Сельмаш. Так, еще один. Алексей пошел. Тротуар не надо потом выезжать на машине. Куда туда? А, там все перекрыто. Там шлагбаум уже не открывается. С той стороны только можешь заехать. Да, ну с этой стороны другой улицы. А там все, там уже закрыли. Потому что через тротуар нельзя ехать. Это там отмазка. Даже пакетом закрыли места. Это отмазка, чтобы заехать. Да, может быть. На бесплатный не тротуар. Может отмазка, может нет, но как и мы же не знаем. Ну я понимаю, я подумал, что это стоп-кам. Нет. Да ё-моё. Да мы вас не снимем, девушка. Может отвернуться и все. Не просто интересно. Я, понятное дело, увидел то, что камеры там. Ну да, надо повнимательнее как бы ездить. Я просто подумал, то, что ПДД здесь парковка. Немножко вспомнить. Не, понятно. Я подумал, то, что парковка здесь. Я заезжал уже как-то. Где парковка? Ну, я здесь парковался год назад. А, здесь что? Вот. Только парковка. А, нельзя. То есть у меня не было никогда парковки. Здесь все время тротуар был. Нарушали ПДД. Вот назад. Ну, понятно. Нарушали. Повнимай. А вот Алексей. Я поэтому и заехал. Поворачивал, да? А. Понял. Реагировал. Раз. Ну, тротуар нельзя. У меня все ваши ролики смотрят. А, понял. Повнимательнее. Кстати, а что тут? Пристегиваться не забывайте. Здесь тротуар. Кто? Знака права. Правильно, знак П нет. Знак П? На тротуаре. Ну, наверное, да. Как адекватный водитель. Я думаю, люди должны видеть, что адекватный, если водитель, да, нет, адекватный. Их меньше. А с паром? Суд идет там уже 6 месяцев, он, наверное, находится в суде. Отвезти надо? Ну, нет, спасибо. Там тоже нельзя. Тут знак вот. По-моему, там 327 вначале стоит. Можно вот так. С той стороны. И на... А вот стоянка. Парковка. Или, по-моему, там дальше тоже разрешено вот здесь. Я не знаю, с обратной стороны тоже можно, по-моему, стоит вот это. Мне кажется, там нет знаков никаких. А сейчас подойти смотрите. Да без вопросов. Сейчас, только поставьте по правилам. Вот там еще можно, смотрите. Показываю, вот прямо место. Гляньте, оно прекрасно. Так развернуться надо как-то. Вон, видите, отличное место. Ну да. Два даже или три. Не выспались, наверное? А? Ладно, ребят, поехали. Ну что, не надо. Да, всех сняли, все, видите, уже мало осталось. Конечно, там просто нет людей. Да, конечно, дойду, все. Все, уезжайте. О, еще кто-то. Да, еще давай один. Остановим, объясним. Смотри, можешь... С той стороны там перекрыто. Такого. Там перекрыли специально после нашего обращения, потому что нельзя здесь двигаться. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, не заезжайте сюда больше, ладно? Здесь тротуар для людей на будущее. Сейчас, конечно, съезжайте. Хорошо? До свидания. Вот так самостоятельно. Понял, да? Да. Адекватные все водители. Пока инспекторов дождемся. Да, 6 машин осталось. Такой мини-рейд, можно сказать. Мимо шли всего лишь, просто прогуливались. Даже не планировали сюда идти. Ну там 6. 2 автомобиля еще. Так, «Газель» уезжает. И еще присутствует. А как, что здесь?
безопасности. Поехал по тротуару. Нет, даже один перечислил, а там есть это что верно. Так, а вот еще выезжает. Мужчина, здравствуйте. Не знали, на этот тротуар. По тротуару здесь не знали. Ошиблись. Ну, повнимательно будешь, хорошо? Все-таки люди ходят в парк, видите? Все, все хорошее, съезжайте. Туда, пожалуйста, кратчайте пути, хорошо? Водитель адекватный. Все люди адекватные, все понимают. Сейчас, подождите. Да. Не, нормально. Так, достал что, 4 автомобиля сегодня. Да, один автомобиль. 2, 3, 4 автомобиля. Пока инспектора доедут, тут уже. Да, тут не нужно будет никого. Вот такой. Не нужна будет их помощь. Съезжает. Так, водитель съезжает. Че, он поворачивает, да? Оп. Тренировки. Не знаю. У вас в чем-то, мне кажется. Вот так точно, что сейчас стоят. На КП, нет. Может, сами пошли. Я бы спросить. Да. В лицо, пожалуйста. Пожалуйста. Я бы подальше. Немножко. Парковочные места, вон туда проезд на парковочные места. Нет, там перекрыт уже парковка. Там не работает шлагбаум. Сходите, посмотрите. А, все, нет проблем. Сейчас вот с той улицы только въезд. Там за армией. Да, да. Все, потому что я просто не в курсе был, не, как бы постоянно здесь ставили машины, поэтому я как бы думал, что здесь парковка. Ну, парковка обозначается собой знаком П только. И обычно разметка рисуется. Вот. После нашего обращения перекрыли. Макбаумы. Пакеты сейчас висят, и даже на зеленом количестве мест, где свободно было, тоже пакет черный повесили. Через тротуар нельзя. Получается, короче, парковка только с той стороны. Да, там парковка законная, все, это их территория. Все, я понял. Не, вопросов нет, как бы. Пожалуйста, да, заезжайте, там вопросов нет. Или вон туда ставьте, гляньте, сколько мест, смотрите. Вот места есть, да. Так, водитель адекватный. Да, он милый приехал, пришел.